Иду при поддержке губернатора. Был на собеседовании, поддержали, одобрили. То есть иду как бы не против власти, а при поддержке губернатора. Это очень важно, потому что вот за последние 10 лет, даже скажу так, 11 лет, когда сложные отношения были предыдущей власти с губернатором Громовым, губернатор сюда не приезжал, 10 лет. То есть он был в 2000 году и потом в 2011, когда приехал президент. До этого губернатор не появлялся. Сейчас, благодаря нормальной работе с областью, с губернатором, мы попали, сразу начинаешь, у нас же личностное все, да, в России, да, то есть если ты хорошо знаешь, все получается. У нас, мы попали в программу по детским садам. Вот два детских сада, которые мы строили 50 на 50. 50 с местного бюджета, 50 дала область. В этом году мы полностью ликвидировали очередь детский сад. У нас очередь была лет 10, она там копилась от 200 человек до 500 доходила. Сейчас все вот в этом году, все дети от 3 до 7 лет, все идут в детский сад. Нет очереди. Даже детский сад, который мы заканчиваем в сентябре, мы уже начинаем немножко набирать чуть-чуть ясельных. Хотя мы это не обязаны делать по закону с 3 до 7, но будем даже чуть-чуть младше брать. То есть это тоже благодаря губернатору. Сейчас договорились, мы попали в программу губернатора по строительству бассейна. В городе будем строить еще один бассейн. Бассейн больше, чем который у нас есть. Бассейн будет при детской спортивной школе. То есть он будет длиной 25 метров, шириной 16, будет 8 дорожек, 2 детские, очень мелкие. Но это будет специально для детей, для школьников, для спортивной школы. Основной городской бассейн будет для всех остальных жителей. То есть два бассейна будет. Со следующего года уже проходит проектную документацию, деньги губернатор выделил. В общем, тоже благодаря губернатору. Парк строится. У вас под окнами то же самое. Приехал губернатор, поддержка его. Понятно, мы с местного бюджета выделяем по 10 миллионов каждый год на парк и будем его дальше строить, но тоже инвесторы от губернатора работают и, в общем-то, бесплатно вкладываются, но тоже здорово помогает. Губернаторская программа бани. Кому интересно, то же самое мы закончили. Где-то сами, конечно, вложились, но то же самое при его поддержке он там был, всю эту ситуацию одобрил. Поэтому вот я думаю, что вот таким образом, при такой поддержке, ну, много чего можем добиться и в дальнейшем много чего сделать. В этом году тоже закончили, переселили всех жителей с первого микрорайона. Ну, если дальше сложится, будем дальше двигаться. Но 100 семей, 325 человек получили новые квартиры. Советская, весь микрорайон Советская переселили.